У нас в чеченском языке вообще нет слова «россияне». Есть только русские, как и во многих других, как и в английском, например, тоже нет слова «россияне». Есть русские, слово «russian». Поэтому, но когда мы говорим так, это не значит, что мы имеем в виду именно русских людей. Про сон Кадыров. Я видел эти новости про сны Кадырова. Да, это очень смешно. Реально смешно, когда государственные СМИ рассказывают о снах Кадырова. Это сильно. Представьте себе, что где-нибудь, скажем, в Германии, какое-нибудь баварское СМИ рассказывало бы про сон премьер-министра Баварии. Можете себе представить? Сегодня наш премьер во сне увидел Иисуса Христа, например. Вот так вот. Была бы вот такая новость, вы себе представляете? Он, наверное, видел своего хозяина Путина во сне, и все. Ну, то он говорит, что он видел пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он не мог видеть пророка. Это он лжет. Он реально мог видеть только Путина. Хочу спросить у Даудова, как ему спалось после последнего эфира. Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракатух. Последнее не буду от тебя зачитывать. Я думаю, что его сон был немного беспокойным. И, скорее всего, в эту ночь, наверное, он подал идею Кадырову рассказать о его вещих снах. И сегодня поэтому все кадыровские СМИ рассказывали нам о снах Кадырова. Завидуешь, наверное, его снам. Да, завидую его снам. После твоих видео мне приснился Кадыров, идущий по улице в моем селе, и я не чеченец. Тер, к чему бы это? Что-то много стало снов в последнее время Кадыров. Кадыровская пропаганда рассказывает о его снах, и вы видите Кадырова во сне. К добру ли это? Ты можешь работать или выходить гулять там, где ты остаешься? Или же тебе приходится постоянно остерегаться кого-то или чего-то? Саляму алейкум, алейкум ассалям. Ну, работа моя, она здесь, в интернете. Вот в настоящее время я работаю. А могу ли я выходить? Да, могу выходить, гулять, проводить время в свое удовольствие. Все это я могу делать. Осторожно, новичок, новичок, путиничок. Каждый чеченец должен накормить 150 русских. Чтобы все были сыты, да, в России? Правильно ты говоришь. Все правильно. Чьи-то слова мне это напоминает, но вот не могу вспомнить, чьи. Какой-то флешбэк. Низам Channel у нас в чате, это Анзор Маскадов. Добро пожаловать, дорогой брат. Я надеюсь, это не фейк, это действительно твой канал. Сегодня видел, вчера это, видимо, записанное обращение, но я его только сегодня посмотрел, обращение к тебе очередной раз от Ханбиева Магомеда. Тяжело было это снова все это слушать, но из того, что они рассказали, и того, что он, точнее, рассказал, я так понял, что самый крутой парень во время нашей независимости был у нас Магомед Ханбиев. Он кому угодно говорил все, что угодно. Он был настолько смелый, что все его боялись. Ну вот все те, кто его боялись, так мужественно, достойно прошли этот путь. И когда пришел враг, они его не испугались, они с ним сразились. А вот этот смелый, отважный парень Магомед Ханбиев, когда пришел враг, он не смог сразиться с ним, он не смог проявить это свое мужество и перешел на сторону врага. И сейчас является депутатом Единоросса. Но я ему верю, я решил, что все вы говорите неправду, один он говорит правду. Я решил верить ему. Я думаю, он был очень крутой парень. Есть поговорка, каждый народ заслуживает своего правителя. Чем провинился чеченский народ, что над ним сейчас Кадыров? И чем так провинился русский народ, что над ним сейчас Путин? Насчет чеченского народа неправильная параллель, это неправильное применение данного хадиса, потому что Кадыров не является нашим правителем. Кадыров является врагом, наместником врага.
к нам пришли, нас в одной из битв в этой войне, в этой борьбе, нас победили, нашу территорию ее оккупировали, ее захватили, и на этой территории поставили своего человека. Это не правитель чеченцев, это не тот человек, которого чеченцы выбрали, или он там взял силой власть над чеченцами. Нет, это наместник врага, это чиновник. Это неправильное применение хадиса. Вы ведь не называли правителями мусульман, допустим, монголов, которые захватывали, например, Ирак, там, и исламские города на тот момент, ставили там своих людей. Вы же не называли их правителями, не задавались вопросами, почему вот такие правители над нами. Нет, все знали, что это враги, и это временное явление. То есть это враг, который пришел и которого нужно выбить. Его нужно обратно отправить на свою землю, к себе. Поэтому Кадырова нужно воспринимать именно так. А что касается россиян и их правителей, ну это пусть россияне подумают об этом. Я думаю, не мы должны думать за них. Пусть они думают. Когда вы говорите «враги», вы народ имеете в виду, во множественном числе говорите. Мы имеем в виду страну, мы имеем в виду вооруженные силы, политическую элиту, полицию и всевозможные органы государственной власти этой страны. Вы, дорогие друзья, имейте в виду, что именно такие обороты речи применяются тогда, когда две страны, два государства друг с другом воюют. Когда вы воевали с французами, вы тоже говорили «враги», «французы». В простом разговоре вы не обозначали, что это конкретно вот мы с армией там воюем, а вот у них там есть хорошие люди, к ним у нас нет претензий. Это все и так понимают, что к нормальным, хорошим людям никаких претензий быть не может. Однако, когда мы говорим о войне, о вражестве, мы говорим обобщенно. И речь здесь идет о стране, о государстве. И это, уточнять эти моменты постоянно не нужно. Это само собой разумеющиеся вещи. Вы с немцами, когда воевали, вы говорили «немцы». Не отличали там конкретно нацистов от кого-то, не говорили «вот эти вот ребята нормальные, а вот эти вот такие». Да, и вы и тогда знали, что там есть нормальные ребята, а те, кто недовольны этим, они там были. Но при этом в разговоре всегда упоминалась страна, обобщенно говорили «немцы». Также и у нас говорят, хотя я пытаюсь, чтобы русские люди не думали, что там в целом какой-то националистический контекст есть в этом вопросе. Я пытаюсь не говорить «русские», но даже когда мы говорим «русские», имеется в виду не народность, а имеется в виду россияне, Россия, их армия. У нас в чеченском языке вообще нет слова «россияне». Есть только русские, как и во многих других, как и в английском, например, тоже нет слова «россияне». Есть русские, слово «russian». Поэтому, но когда мы говорим так, это не значит, что мы имеем в виду именно русских людей, а вот там другие народы России мы оттуда как-то отделяем. Там, скажем, хантов, мансов, я всегда раньше начинал с татаров, башкиров, мне недавно сказали, что почему ты упоминаешь именно татаров, башкиров, у тебя неприязнь, поэтому я сейчас начну с хантов и мансов, там, алтайцев, якутов. Они все являются россиянами, они тоже служат российской армии. И те, кто служит в этой армии, те, кто пришли к нам с войной, они все наши враги. Мы не выделяем здесь конкретный народ. Но обобщенно, когда мы говорим, мы можем сказать, допустим, русские. И это не нужно воспринимать как обозначение именно конкретного народа в России.